Привет тебе, мой дорогой друг. Сегодня мы сделаем, возможно, она кому-то понадобится, но не дай бог, как говорится, понадобится эта самоделка. А так, может быть, конечно, это охота, рыбалка и всевозможные походы. Это доброе дело. Возможно, вы помните, я делал такую вот блиндажную походную свечу из картона и парафина. Просто заливается парафин сюда, и получается вот такая вот свечка, которая горит на самом деле. Ну, если ее раскочегарить, она будет гореть, наверное, часов 8-9. Потому что парафин пока что весь выгорает, а бумага практически не горит. Горит в основном, пары парафина горят. Итак, я тут нашел к ней хорошее дополнение. Опять же, кому-то из ребят, возможно, понадобится, и дай бог, будет помощь хорошая. Итак, нам нужны вот такие вот анкеры. Возможно, можно брать не анкеры, а просто длинные болты. И еще одну консервную банку. Да, да, все вот так вот максимально просто. Опять же, можно не анкеры взять, можно взять все, что у вас будет под рукой. Там шпильки, может быть, даже просто кусок проволоки. Все максимально просто. Делаем разметку треугольником под болт. Ну, я без разметки возьму просто сразу же на глаз. Вот таким вот образом. Просверлю. Возможно, конечно, немного криво, но да ладно, пойдет. И также коронкой нужно высверлить вот здесь отверстие, либо можно не коронкой, ножом просто можно вырезать и не париться. Но я сейчас сделаю. Да, как и сказал, можно не париться, а просто взять и каким-нибудь режущим инструментом плотным. Главное, берегите руки. Можно очень сильно порезаться непосредственно о край самой банки. Вот так вот. Вот такое вот отверстие получается. Закручиваем наши болты вот в таком положении. Не наоборот, а именно вот в таком. Анкеры удобны тем, что у них есть упор непосредственно самого расширяющегося элемента или дюбеля. А это вот гаечка. Мы эту гаечку сейчас закручиваем. Итак, у нас получается вот такая вот загогулина. Я думаю, понятно, что это треножка для приготовления пищи на скорую руку. Нагреть в котелке воду, либо не в котелке, что угодно. Очень удобно. Сейчас зажжем свечу и покажу. Свечку я зажгу просто с помощью горелки. Так быстрее. Вот так она разгорается. Где у нас тут больше? Вот таким вот нехитрым образом. Сверху сюда ставим котелок, она достаточно устойчивая, и можно разогревать пищу. Ну и, пожалуй, главный плюс этой штуки, сборки, тем, что она мобильная, и можно сделать под свой лад, там, допустим, сделать на проволоке, на толстой, либо же вот с болтами проще всего. Так это быстро собирается. И вот таким вот образом ставим котелок. Греем воду в данном случае. Я бы еще добавил здесь прорези сверху, вот непосредственно вот в этом месте, чтобы выходило, но, допустим, у нас-то пламя получается не в этой консервной банке, а снизу, поэтому выход в случае чего есть снизу. Да, единственное, конечно, закоптит. Тут уж ничего не попишешь. Ну и как можно увидеть, она уже парит, вода уже достаточно горячая. Я думаю, что еще минут 5, и она закипит. Понятное дело, что здесь всего лишь там 200 грамм воды, но тем не менее.
Вдруг кому помог, вдруг полезно будет. Удачи!